21 июня в региональный следственный комитет поступило сообщение, что из окна второго этажа дома в поселке Максатиха выпал 3-летний мальчик. Ребенок доставлен в больницу. 21 июня в следственный отдел регионального следственного комитета России поступило сообщение о том, что из окна второго этажа квартиры дома, расположенного в поселке Максатиха, выпал малолетний мальчик, который был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту Бежецким межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Напомним, для предупреждения несчастных случаев не ставьте мебель близко к окнам. Помните, москитная сетка не убережет выпадение ребенка из окна. Установите на окна специальные фиксаторы. В случае необходимости демонтируйте ручки с окон в детской. Будьте предельно внимательны при проветривании комнат и не оставляйте детей без присмотра. На Барковском шоссе в городе Кимры столкнулись две машины. По предварительным данным, на встречку выехал УАЗ, где столкнулся с Киа. Пострадали оба водителя. Угрозы их жизням нет. В Твери на улице Коминтерна Шкода под управлением женщины 93-го года рождения сбила пешехода. 47-летний мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Мало того, по словам очевидцев, он буквально бросился под колеса иномарки, выбежав из за остановившихся у светофора машин. Результат плачевен. У пешехода переломлены кости таза и черепно-мозговая травма. В 16-й средней школе начался прием заявлений от выпускников 9-х классов тверских школ для поступления в кадетскую роту имени князя Михаила Тверского, созданную в 2008 году. В кадетской роте создан класс юстиции, в котором обучаются юноши и девушки, предполагающие в дальнейшем связать свою деятельность со службой в системах Следственного комитета России и Федеральной службы исполнения наказаний. Обучение в кадетском классе юстиция дает дополнительные баллы при поступлении в Академию Следственного комитета России. На своих экранах вы видите телефоны, по которым можно узнать всю необходимую информацию.